Каждый день с первыми лучами солнца древний колокол пробуждает людей, живущих на этой древней земле. Начинается новый день. Постепенно распахиваются городские ворота для всех, кто приезжает в эту древнюю столицу, город Сиань. Это самый центр древнего района Сианя. Здесь возвышается символическое здание этого города – колокольня. Объезжающие с ее обеих сторон по круговому движению машины и автобусы и это древнее здание династии Мин органично соединяются в единое целое. Эта смесь древности и современности уже стала символом Сианя. Она производит на всех глубокое впечатление. Сегодня этот город, который прошел через множество взлетов и падений в своей бурной истории, переживает важные события и перемены, вступает в новую эпоху. От колокольни исходят четыре основные магистрали – на восток, запад, юг и север. У них древняя история и глубокий гуманитарный смысл. На них хорошо сохранились остатки великолепных зданий древности. В то же время, раньше других мест, появилась оживленная торговля в ходе модернизации города, которая проявляет собственное обаяние и привлекает много посетителей. Являясь магистралями, соединяющими центр города с его восточными, западными, южными и северными воротами, эти четыре дороги стали дорожными аортами целого города. Их роль в городском транспорте велика. Каждый день миллионы автомобилей, велосипедов и пешеходов проходят по этим магистралям. По ним они могут дойти до любого участка древней стены. Вдоль стен тянется улочка из серых кирпичей и каменных плит. Это тихий и спокойный переулок Шуньчхонгсян. Благодаря своему старинному изящному стилю здесь расположено много отелей. Этот логотип встречается по всему миру. В любом уголке мира он предоставляет место, которое получило широкое признание у туристов. Это международная молодежная гостиница. Эта гостиница не только предлагает туристам место для ночевки и питания, но и показывает внешнему миру свою местную региональную культуру, традиции и обычаи. Каждый год в международную молодежную гостиницу Сианя приезжают миллионы туристов с рюкзаками. Люди с разным цветом кожи, разной культурой, верой, из разных стран, общаясь на разных языках, выбирают одно и то же. Они собираются здесь, чтобы еще ближе познакомиться с этим городом и местной культурой. Каждое утро отсюда выезжают туристы. Они группами отправляются в разные места города. Вечером они возвращаются в гостиницу и там делятся своими радостями. Там они спокойно живут, собираются вместе, обмениваются друг с другом своими впечатлениями, мыслями и чувствами о Сиане. Для
сегодняшнего Сианя открытость и обмены давно уже стали непременным смыслом его жизни. Сиань, объединяя в себе мудрость и культуру разных стран мира, оставляет глубокий отпечаток инклюзивности и духовного содержания, которые передаются еще со времен периода расцвета династии Тан. Заглянем в историю. Сиань – блестящее начало шелкового пути, бывший город Чан'ань, куда приезжали люди со всей Поднебесной. Через исторические памятники мы можем представить оживленную картину тысячелетней давности. Молодые аристократы развлекаются на западном рынке. Белые кони, серебряные седла, артистки западных стран, алкогольные прилавки, которые предпочитал посещать поэт Святой Либо. Они, может быть, уже давно уснули в аналах исторических памятников музея. А те оживленные и роскошные картины, видимо, все никак не развеются в прошлом. На нынешнем западном рынке с трудом найдется пустота и безлюдность после оживления и роскоши. Наоборот, разные следы и нити, оставленные историей, производят на туристов глубокие впечатления. Гуляя по улицам и переулкам западного рынка, вы все равно погружаетесь в насыщенную атмосферу коммерции и культуры. Идя по следам истории, люди испытывают сегодняшнее оживление и вспоминают времена расцвета династии Тан. Древний шелковый путь, как связующее звено, стимулировал появление такой ситуации, когда представители множества государств приезжали в Чан'ань на паломничество, когда здесь собирались дорогие друзья и уважаемые гости. Своей проникающей способностью именно здесь Сиань концентрировал мировую культуру. Сегодня Сиань, как город, мечтающий возродить былую известность, вновь открывает себя внешнему миру, привлекает, воспринимает и объединяет разнообразные культурные течения и школы. Город, как море, впитывает в себя все впадающие в него разные культурные течения. Улица Вэнь-И-Лу – авангард культурной индустрии Сианя. Здесь постепенно концентрируются все элементы культуры этого города – и древние, и современные, и передовые. Хотя в настоящий момент развитие искусства и культуры в этом месте только начинается, но в будущем культурное влияние этой улицы будет сказываться в каждом уголке Сианя. В районе искусств Сиане, расположенном на восточной окраине города, бурно развиваются новые объекты, которые вливают новые жизненные силы в этот древний город. Этот район искусств раньше был известным текстильным городком, старой промышленной зоной с высокими дымовыми трубами. А теперь, после скромной отделки украшения, при полном сохранении прежнего стиля цеха, он превратился в рай для фотолюбителей, в своеобразное пространство для шоу искусств и креативной работы. Постоянное освещение создает специфическую красоту этого района, которую трудно выразить словами.
Сочетание искусства и культуры наполняет этот нероскошный, но очень модный район креативной атмосферы. Уезд Хусянь, Сиань, бывшая окрестность императорских династий. Он не только сохраняет в себе давнюю историю и глубокую культуру, но и является родиной крестьянского рисунка. Отложив в сторону мотыгу и серп, оторвавшись от земли, эти художники-крестьяне тушью и кистью создают современные народные картинки, наполненные деревенским духом. С одной стороны, они заимствуют у таких народных искусств, как вырезки из бумаги, новогодние лубочные картинки, вышивки и так далее. С другой, занимаются творчеством по своему разумению жизни. При этом крестьянские рисунки демонстрируются не только в качестве формы творчества или местной специфики. Они уже превратились в один из самых успешных туристических проектов. Каждый раз, когда зарубежные туристы приезжают сюда насладиться пейзажами, традициями и обычаями равнины реки Вэйхэ, они никогда не забывают ознакомиться с шедеврами, представляющими выдающуюся народную культуру. Уезд Чхангань расположен в центральной части равнины реки Вэйхэ. На востоке он соседствует с уездом Ланьтянь, а на западе граничит с уездом Хусянь. Во времена династии Цинхань он был важным уездным городом Срединной равнины. Теперь уезд стал называться районом Чхангань. Он не только имеет давнюю историю, но и известен своими красивыми пейзажами. Горный хребет Цинлинь, тянущийся на 50 километров, величествен и зелен. Его густая растительность и обильные воды создают естественный экологический заслон. Кроме того, район Чхангань также является университетским городком. Здесь более 20 знаменитых вузов. В этом широком и спокойном пространстве расположены многие известные местные университеты. Этот район, площадь которого составляет 25 квадратных километров, предоставляет 200 с лишним тысячам студентов место для учебы, где они могут в полной мере проявлять свои таланты. Эти молодые люди, полные энергии и бодрости, своей молодостью, энтузиазмом и мудростью, наполняют этот древний район безграничной жизненной силой. Эта хорошо известная в Китае песня для детей пробуждает в людях разных национальностей и разных культур одно и то же желание, а именно стремление устранять барьеры, знакомиться и дружить. Все они, многие учителя предпочитают через эту песню передавать иностранцам чувство дружбы этого города и страны. Сиань, как и многие другие места, в глазах иностранцев не только город для туризма. В
В институте синологии Шансийского педагогического университета учатся студентов-иностранцев больше, чем в других университетах Сиане. Они приезжают сюда из 35 стран мира. Они вместе образуют радостную и гармоничную семью и называют свой институт Малым Чан-Анем. Среди них один хочет стать дипломатом, другой мечтает стать китаистом, а третий желает остаться в Сиане и открыть здесь собственный бизнес. Китайская культура – их главный предмет учебы, а погружение в сианскую жизнь – это круглосуточное, постоянное жизненное испытание. Это непростое музыкальное занятие. Каждый учащийся полностью отдает себя музыке не только от любви к пению. На них лежит важная миссия выступать на церемонии открытия Всемирной выставки садово-паркового искусства в качестве послов, которые приехали по шелковому пути в Сиань, чтобы явиться на аудиенцию к императору могущественного государства династии Тан. По их мнению, участие в этой программе, описывающей город, в этом международном мероприятии способствовало углублению их понимания китайской культуры и позволило им испытать новые чувства, каких не было раньше. В свое время Чан-Ань, окруженный 8 реками, был одной из самых известных достопримечательностей. А теперь район, через который текут река Чань-Хэ и река Ба-Хэ, постепенно превращается в новый городской, удобный для проживания район под названием «Экологический район Чань-Ба». Этот район придает Сианю еще больше жизненной силы и зелени. Основная часть экологического района Чаньба находится в административных районах Вэйян и Сяо города Сиане. Этот прекрасный район, где растут деревья, поют птицы и благоухают цветы, не только представляет собой заповедник, но и новое место, где гармонично сосуществуют человек и природа. В экологическом районе Чаньба находится озеро площадью около 700 гектаров. Оно как блестящий жемчуг в районе. В это озеро впадают реки Чаньхэ и Бахэ. Это озеро Гуан-Юньтань. Сегодня озеро Гуан-Юньтань является самым ярким местом в этом экологическом районе. Там островки соединяются друг с другом, журчит вода. В этом пышном зрелище воплощен дух и расцвет династии Тан. Озеро Гуан-Юньтань привлекает все больше и больше внимания мировой общественности. На нем был проведен ряд международных мероприятий и спортивных соревнований высокого ранга. Перед взором благоустроенное озеро Юньтань. Международный выставочный и конференц-центр в экологическом районе Чаньба – постоянно действующее место проведения Евразийского экономического форума. Он находится на берегу озера в Кемпинске Гранд-Отеле. С 2005 года в этом центре проводится Евразийский экономический форум. Участники форума собираются здесь, обсуждают вопросы общего процветания евразийской экономики и на основе принципа открытости вместе ищут новые пути регионального сотрудничества для стран Азии и Европы. В древних времен каждый шестой день земельного цикла в марте по лунному календарю отмечается день Фуси. Это очень древняя народная традиция. В этот день люди заходят в реку и там себя очищают, что называется фуси. Тысячелетия спустя, в сезон зазеленения полей, песня о фуси напоминает нам о древней традиции. Под эту мелодичную песню на озере Гуан-Юньтань складывается основа для экологического и гармоничного развития зеленого города.
28 апреля 2011 года навсегда войдет в историю Сианя и экологического района Чаньба. В этот день открылась всемирная выставка садово-паркового искусства, что привлекло к себе внимание туристов со всех концов мира и дало им возможность увидеть новый облик этого древнего города. На этой открытой всему миру арене на смену различиям в гражданстве давно уже пришла глобализация. С древнейших времен и до наших дней Сиань привлекает взоры людей как открытый город. Люди разных национальностей, разных культур здесь сообща сочиняют прекрасную песню о процветающем мире, что отражает великодушие и инклюзивность Сианя. Всемирная выставка садово-паркового искусства стала крупнейшей по масштабу и высочайшей по уровню мировой выставкой, проведенной на северо-западе Китая. На этой выставке 12 миллионов туристов и гостей более чем из 40 стран и 30 городов Китая смогли ознакомиться с экологическим районом Чаньба и Сианем в его новом облике. Всемирная выставка садово-паркового искусства в Сиане, темой которой является мирное и гармоничное сосуществование человека и природы, креативные создания будущего Земли, продлилась 184 дня. Выставка проводилась по концепции экологической культуры, были выстроены природные ландшафты, главной частью которых стали растения, созданы парки и сады мирового уровня, и наряду с этим велся поиск путей гармоничного и совместного существования и развития человечества, города, парка и природы. Всемирная выставка садово-паркового искусства стала для Сианя не только экологическим испытанием на проведение праздника садово-паркового искусства, но и открыла ему путь к созданию экологически благоустроенного города. Гармоничное развитие и разумное сосуществование, мечта о гармонии и экологии этого района и этого города в целом заслужили уважение всего мира. Благодаря этой торжественной выставке ландшафтные дизайнеры и туристы имели возможность почувствовать бесконечное обаяние этой древней восточной столицы, которая уже обрела совсем новый облик. Теперь все больше и больше иностранцев остаются работать, учиться и жить в Сиане. Они любят эту землю и всегда стараются влиться в местную культуру. Сиань предоставляет им новую среду обитания, новые шансы и вызовы, а также новую арену, чтобы показать и проявить себя. В свою очередь, их появление в Сиане обогащает город новыми взглядами, практикой, концепциями и новой, сильно отличающейся от здешней культурой. Все эти иностранцы, в том числе туристы, студенты и офисные работники, стараются адаптироваться к местной жизни, совместными усилиями сочиняют новые главы песни об этом древнем городе. Еще более 1000 лет назад великий путешественник Джан Цянь совершил первое путешествие на запад, что способствовало открытию шелкового пути. Сегодня Сиань, этот древний город Китая, еще раз распахивает свои ворота, приветствует и принимает традиции и обычаи со всех концов мира. Он в очередной раз распахивает объятия перед многообразным пестрым миром. Даже самый простой и незаметный уголок может стать местом, где друзья из разных стран встречаются и обмениваются своими столь разными культурами. Видимыми, реальными дорогами и магистралями Сиань связан с внешним миром, а по невидимым каналам и путям он мысленно общается со всем человечеством.
Независимо от того, откуда вы родом, но оказавшись в этом городе с блестящей культурой и древней историей, вы увидите его красоту и непременно испытаете неповторимые прекрасные чувства.